пребывание в лечебнице. Здравствуйте. 952. Не могли бы вы сказать несколько слов о своем отце? Рентген, 97 долларов. Переливание крови. Если можно, конечно. Лабораторная. Ну, что я могу сказать о своем отце? Медикаменты. Я не знаю. Говори все хорошие. Хорошие? Пожалуйста. Стоя или сидя? Сидя. Здесь скучно. Посмотрим другие комнаты. О, здесь хорошо и весело. Итак, несколько слов о моем отце. Но сперва немного о себе. Если можно, конечно. Так, камера. Я сейчас разработал новый вид оружия, который называется азербайджанская национальная бомба. Скоро начинаются испытания. Надеюсь, что успешные. Дай бог, сынок. Мы не будем сбрасывать эту бомбу на какую-нибудь страну. Мы эту бомбу сбросим на себя. Так будет лучше для всех. Эта бомба экологически чистая. Окружающие нас страны не будут пострадать. Особенно Армения. Если Армения пострадает, мировая общественность подумает, что мы специально сбросили эту бомбу на себя, чтобы пострадала Армения. А пока мы живем, добываем нефть, демократизируемся, даже иногда снимаем кино –